В фотостудии модного фотографа обнаружен труп модели. Молодая девушка была убита ударом копья в сердце. Труп обнаружен сам владелец студии, на него в первую очередь и падает подозрение. Однако дальнейшее расследование и самое главное результаты экспертизы существенно расширяют круг подозреваемых. Шаг за шагом, расследуя события, предшествующие убийству ночи, следствие, кажется, заходит в тупик. Авдеев единственный, кто догадывается о беременности Морозовой. Она берет с него слово, что он никому не откроет ее тайн. Два брата рассказывают полиции историю, в которую трудно поверить. По их словам, к ним в гараж пришел странный парень, сломал зеркало на их машине, а потом схватил нож и нанес себе несколько сильных ударов в грудь, после чего упал и умер.